Яна Франк. Муза и чудовище. Как организовать творческий труд? Яна Франк. Муза и чудовище. Как организовать творческий труд? Издательство «Ман, Иванов и Фербер». Москва, 2010. Людям творческим трудно использовать традиционные приемы тайм-менеджмента, но без порядка в делах и им не обойтись. Эта книга предназначена именно для того, чтобы они могли организовать свой труд самым эффективным и притом нескучным образом. В книге можно писать, рисовать, вырезать и клеить. Здесь можно хранить идеи и сокровенные мысли, шутить и гадать на разворотах в поисках идей. Здесь можно сразу пробовать на практике все описанные автором рецепты, а по прочтении книги начать новую жизнь. В то время как другие художники пытаются не забывать дома тетрадь для важных записей, читателей этой книги будет волновать только один вопрос – как жить дальше, когда все странички будут исписаны? Эта книга в первую очередь для людей, живущих творчеством дома и на работе, а также для фрилансеров многих профессий и для тех, кому просто нужно навести порядок в делах. Яна Франк, «Муза и чудовище. Как организовать творческий труд». Толстяки любят книги о диетах. Неуверенные в себе любят книги по психологии. Плохие дизайнеры любят разглядывать книги с образцами хорошего дизайна. Всем этим людям ничто не поможет. Книга Яны Франк «Муза и чудовище. Как организовать творческий труд» посвящена организации собственного времени. Конечно, ее читателями станут те, кто никогда ничего не успевает, плохо планирует дела, не справляется с выполнимыми задачами. Поможет ли им эта книга? Научиться все успевать и распределять время в миллион раз проще, чем накачать плоский живот или стать любимым боссом. Проведем простой эксперимент. Откроем страницу 94 этой книжки. Начнем читать с обычной для нас скоростью. Засечем время. В телефоне есть секундомер, подойдут и обычные часы. Допустим, у нас получится 43 секунды. Мы округлим значение до минуты, потому что, скорее всего, нам нравится перечитывать абзацы по несколько раз. В книге 110 страниц чистого текста. Значит, прочесть книгу целиком можно за 2 часа. Тем, кто в состоянии узнать, сколько минут тратится на прочтение страницы текста, эта книга окажется очень полезной. Остальным не поможет ничего. Артемий Лебедев. Муза и порядок. Спор о совместимости творчества с организацией и планированием, наверное, вечный. Этот спор особенно обострился в 21 веке, когда работа любого менеджера, маркетолога, IT-специалиста и даже бухгалтера содержит существенные элементы творчества, решения нестандартных, каждый раз уникальных задач. Однажды мне попала в руки книга 50-х годов о писательском труде, ставшая весомым аргументом в этом споре. В книге признанные мэтры Горький, Пришвин, Маяковский и другие рассказывали не о музе, не о творческом хаосе, не о буйстве фантазии, а о том, как методично, пунктуально и организованно должен выстраивать свою работу талантливый человек, если он не хочет зарыть свой талант в землю. Потом были жизнеописания других великих, чьи тесные отношения с музой и гениальность были абсолютно неоспоримы. Гоголя, Чайковского, Моцарта. Везде в тех или иных формах методичный и организованный труд, никакого упования на вольный полет музы. И вот книга Яны Франк, лично для меня забившая последний гвоздь в крышку гроба, в котором, надеюсь, мы наконец похороним замшелые стереотипы о несовместимости творчества с порядком. Яна – человек абсолютно творческий и исключительно талантливый.
Ее дневник дизайнера-маньяка у меня лежит на почетной полке между альбомом Кандинского и гравюрами Хокусая и перелистывается примерно в те же созерцательные минуты. Трудно придумать более творческую, требующую полета музы профессию, чем у нее. В книге, которую вы держите в руках, Яна спокойно, методично, без фанатизма описывает, как она применяет инструменты тайм-менеджмента, чтобы добиться максимальной эффективности своего творческого труда. Удивительно, что существенное место занимает хронометраж, который традиционно считается одним из самых жестких инструментов, требующих большой выдержки и терпения. А тяжелая болезнь, накладывающая множество различных ограничений, в условиях которых Яне приходится работать, посрамляет тех, кто оправдывает свою несобранность внешними обстоятельствами, вроде неожиданно звонящих клиентов или неорганизованного начальника. Книга будет исключительно полезна не только дизайнерам, но и всем, чей труд носит творческий характер, работающим как в офисах, так и в свободном полете дома. Наблюдения и советы автора просты, практичны, применимы. И главное, что Яна на живом личном примере доказывает свой собственный тезис. Хаос не содержит в себе ничего удобного и вдохновительного и не имеет никакого отношения к свободе. Глеб Архангельский, генеральный директор компании «Организация времени». Благодарность моим родителям за то, что научили работать и хотеть правильных вещей, верному музу за то, что вдохновляет на подвиги.